Во вторник, 14 марта, ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с руководством компании Uber, одного из мировых лидеров на рынке транспортных решений. Директор по вопросам политики и коммуникации Uber Кристофер Бурхард и генеральный директор Uber в России Дмитрий Измайлов посетили Казанский федеральный университет с тем, чтобы обсудить возможности развития сотрудничества. Основным направлением взаимоотношения Uber и КФУ заключается в развитии транспортного движения университетской клиники. КФУ стремится постоянно повышать качество обслуживания пациентов в клинике. Встреча состоялась и с президентом республики. И, насколько я знаю, вы нашли определенные точки приложения совместных. Мы бы тоже с удовольствием включились в этот процесс. Ильшат Гафуров подчеркнул, что КФУ – большой университет, готовящий специалистов практически во всех областях. И университет был бы благодарен Uber, если бы они нашли какую-то возможность, так или иначе, оказать содействие в подготовке образовательных программ. Позже в императорском зале состоялась лекция Кристофера Бурхарда о городской мобильности, которая основывалась на успехе компании Uber на мировой арене. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.